Да, здесь самое главное, да, вот здесь, это один момент ключевой, как и везде ключевой момент. Вот в этой цене газа, какая там рентабельность, да? То есть не пошли ли мы в этой политической ситуации, как бы, чтобы вот опять же чуть рационально чего-то там в Европе на какую-то слишком сделку по цене, потому что все-таки прибавочная стоимость все определяет, да? Разница между расходами на производство этого газа и доходами, то есть ценой этого газа, единицы продукции. Если она там есть, то тогда это выгодно, конечно, выгодный контракт, все мы продали, у нас будет прибавочная стоимость, люди будут получать зарплату, и это будут опять же деньги, которые входят в страну и делают страну богаче. Все. Это обычно нормально действие. Если, потому что там я знаю, что там основная трудность была это торговля по цене. Понимаете? И если, допустим, мы производим что-то, вот, да, машину, да, и продаем дешевле производство, наш завод в конечном итоге закроется. Так же и здесь тоже. Вот в этой себестоимость этой цены, этой газа, да, как она там. А все остальное. Если она прибыльная, значит хорошо.